Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Казуко Фэмили, и сегодня я решил проверить такую игру, как Rainbow The Video Game. Я хочу попробовать поиграть в эту игру, хоть это и коридорный шутер, но говорят, тут интересный QT, интересная история, все люди постарались. Не знаю, конечно, как это все будет играться вживую, но с вами Денис, так что мы проверим. И посмотрим, как это все будет играться. Так что, в принципе, выбираем... Так, ну тут игра вроде тихая. На удивление, кстати, тихая. Никаких тебе настроек. Вообще. Как будто игра была спортирована. Ладно, не будем особо сильно болтать. Погнали. Так. Автомат. А, то есть у нас он недоступен. Ну понятно, все нужно нахрен открывать. А что дополнительно? А, гранаты. Да, тут еще понять бы как... Как бы это... Так, а что, кроме гранат ничего нету, да? А, понятно. Ладно. Погнали. А, интер. А, вот. Так, значит, сменить оружие Q, ярость E, перезарядка, гранаты, режим оружия, укрыться, ASD, стрелять, альтернативный огонь, понятно. Ладно. Назад. А, еще контролер есть. Не, давайте пробовать с этого. Так, это ролик, да? Да уж. This man enlisted in the army when he was 17. He was in Vietnam by his 19th birthday. We taught him to kill. We taught him to survive. Mm-hmm. In 71, that was put to the test. He was captured by the North Vietnamese. And one by one, over 7 months, they tortured Rambo's unit to death. Ага. Нам покажут, как нас будут пытать, да? You think I am stupid? You think we don't know about the rescue mission? I know. So, what will you tell me to keep this man alive? А, вот. Погнали, мать твою. Ага. Ай, блядь. Сука. А. В смысле? Блять, а стрелять как? Чё он с пистолета не стреляет? Я что-то не пойму, блять. Ё-моё. Ребята, вы чё там, решили меня завалить, да? А, перезарядка. Я просто не пойму, почему я с пистолета не могу стрелять. Это вообще какой-то бред. Так.
Да, как в старые добрые времена, чувак. Как в старые добрые времена. Твою мать. Давайте, чуваки, валите их нахрен. Так, А, вот, наконец-то, с пистолета могу стрелять, блядь. А то я не мог понять вообще, как с пистолета стрелять. Ну, вообще. Блин. Чувачки вообще трешак мутят. Аня-маня! Аня-маня! Аня-маби, пока не кони-ни! Я читаю, как... Я не знаю, кто. Пошел, чувак! Хани-маганя-гани! Хани-гани-гани! Блин, а есть у нас граната? Нет, у нас гранаты нету, да? Ладно. Чувак, сдохни. Так, стоп. На! Получи. Так, а что это значит? Ярость, что ли? Я не пойму. Так, а дальше? Во! Во! Так, что? Используя Е для активации, убивайте... А, во как. Окей. Во! По-по-по-по! Я попал как будто в игровые автоматы СБС. Так. Эй-эй-эй-эй-эй! Так, вали этого хрена, мать твою! Вот еще идет. Козел. Гнида. Да ё-моё! Вы чё, чуваки, офигели совсем? Я Рэмбо, блядь. Да ё-моё. Но! Твою мать. Да вали ты его нахрен. Перезарядка, мать твою, ну. Куда? Уа! Джинчурики! Джинчурики, манакана! Да ё-моё, я японский Рэмбо, вы чё, офигели? Да ё-моё, чуваки, вы чё, дайте мне просраться. Так. Я не пойму, тут сохранение вечно или это глюк? Перезаряжайся. Ё-моё, бабах, куридерах. Ууу, это Call of Duty экшен. Ой. Я думал тут свои... Враги... Думал то враги, а это свояки. Это радует. Да. Экшен, мать твою. Так, подожди, прячься. Так, пистолет. Хедшот, сучара. Так. Да ё-моё, прячься. Так. Так, а я не пойму, бочка чё не взрывается, мать твою? Бочка, кава бочка, взрывайся нафиг. Так. Ну чё, сучары, получайте. Воу. Воу, красота. Да мы вообще молодчики. Да ё-моё. Ярость, мать твою, ярость Бахамута, ну. На. Так, поехали, погнали. Кони наши проблем не знали. Так, ну. Да, взрывать некого, да? Ну ладно. На. Получил? Ё-моё, да это экшен, это вообще. Тра-та-та-та-та. Ра-та-та-та-та. Прямо К-47. Ну. Да ё-моё. Взрывай эту бочку нафиг этих вьетнамцев. Классная работа, чувак. Так. В смысле, куда? Я ничего не знаю, я вообще не понимаю, что происходит. Но я понимаю, что это моя обязанность спасти вас, чуваки. Мы же просто на конях. На коне, точнее, бляй. Вали! Ах ты гад, еще и бочку свалил, а ты не офигел, чувак? Ты не офигел, да? Да ё-моё. Ничего страшного. Не в первый раз во Вьетнаме после шелшока. Так. В смысле, я не убил тебя, чувак? Какого хрена? Ты там что, бессмертный, что ли?
Блин. Так. Не, 11 патронов хватит. Да сдохни ты там, чё ты живой-то? Офигел совсем. Да ё-моё, а прятаться куда-то? Я не могу прятаться, кто стреляет? Да ё-моё, чувак, ты чё? Сдохни! Воу! Да тут вообще замес жесткий, вообще вьетнамцы вокруг, кругом, вообще везде вьетнамцы, да ё-моё! Чё за фигня? Моли ты их нахрен, я! Воу! Чувак, ты там так не злись, я боюсь тебя, да? Так. Да ё-моё, ты чё? Воу-воу-воу-воу, чувак, это было нежданчик, вау! Сколько экшена, посмотрите! Экшен, экшен, везде экшен, экшен. Везде экшен, ребята. Здесь главное вовремя все реагировать, вовремя все узнавать. Оу. Да-да, мы выберемся, нигер, да-да. Да, ну нифига себе. Окей. Так. Ждем. Да ё-моё, вы чё, нигеры? Вьетнамцы, точнее. Так, подожди. О, у него еще и ХП у этой херовины. Ну нифига себе. Так. А чё ХП не восстанавливается? ХП должно восстанавливаться. Да ну нафиг, вы чё издеваетесь? Вот и все, бля. Сожрите самогон. Хедшот, мразь. Воу. Воу-воу-воу, вы чё? Фузу-музу, вы чё? Да ё-моё, перезаряжайся вовремя, Рэмбо, мать твою. Так. Перезаряжаемся. В смысле? Воу. Нет, я вам не сдамся просто так. Без боя, козлы. Я надеюсь, вы не подойдете, когда у меня ХП на нуле, да? Воу. Да иди нафиг, козел. Все, походу меня сейчас изрешетят. Блин, вы серьезно? Да. Закончилась моя сладкая жизнь. Блин, да ну нафиг, серьезно. Так, подожди, а как нам? Ну и допустим. Воу. Так, мы откуда хоть начинаем, мать твою, а? Да ё-моё! Так, отлично, хотя бы отсюда. Перезарядись, мать твою, вовремя, а? Достал. Хотя бы так. Так. Там был. Да сколько вас? Вы достали, а? Да ё-моё, перезаряжайся. Так. 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 Да ё-моё, серьезно? Блин. Никого кого... Блять. Да ёб твою мать, ну! Мне прятаться негде, мать твою! Грёбаный вьетнамец! Перезаряжайся, да ё-моё, вы серьезно? Блин, я не успеваю просто успевать. Да ё-моё.
Там еще кто-то есть. Так, где? О, да вас тут полно, я смотрю. Вы там что? Много каши ели, да? Ладно, ладно. Там убей ты нафиг эту хрень. Убей ты их нафиг. Прожектор Пэрис Хилтон, мать твою, ну. Так. Тебя надо добить. Тебя тоже. Где там еще? Блин, тут еще чувствительность не особо радует. Но что поделать. Да ё-моё, ну. Да вали ты нафиг. Какого хрена происходит? Чё за трэш? Где еще? Хули ты там спрятался? Воу, вы чё, ребята? Чё-то вы прям насели, я смотрю, на меня, да? Так. Ага, пока недоступно, да? А вот теперь, блядь... Повеселимся, нахуй. Нет, не повеселимся, ладно. Так, подожди, пистолет. Того урода можно с пистолета. На! Да, блин, чё такой хардкор просто, а? В ёбаных тирах. Да ё-моё! Завалитесь, блин. Достали. Let's go, let's go, да, let's go. There's no question. That experience broke something inside. But it was so far below the surface. Да, что ролики потролливают, а вот игра, в принципе, нормально работает. Ага, перков у нас еще нету, да? Ё-моё. А, понятно, еще нету. Типа у нас 40 тысяч. Понятно, вот как получается, да? Ладно. А, ну понятно, то, что уровень пройден. Ладно, дорогие друзья, с вами был Денис. Я надеюсь, вам просто такой ознакомительный уровень понравился. Игра, в принципе, забавная. Не скажу, что крутая, но такой тирок необычный, чтобы сбросить ярость, прийти и просто всех похерачить. В принципе, игрушка забавная. Так что, если что, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был Денис. Всем до встречи, всем удачи, всем пока.